Всем привет, с вами Филипп, и мы поиграем в игрушку под названием The Bureau of Zombie Classified. Да, эта игрушка вышла тоже недавно, и мы сегодня ее поиграем. Если мне она как-нибудь так понравится, мы, может быть, да и полностью ее пройдем. Если она мне не так уж прям понравится, придется и... Ну, значит, и не будем ее проходить. Ее полностью будет, это как бы смотр. Так, настройки, яркости. Ну, мне все видно, если вам не видно. Я не виноват, это все YouTube, он горизонтальный. Все норм. Ок. Так. Ладно, давайте сложность новобранец возьмем, потому что... Ну, всегда надо... Я всегда беру самое легкое, зачем самое сложное брать? Это пока же может быть и просто смотр. Все народы Земли однажды встанут единым фронтом, чтобы отразить нападение других планет. Генерал Дуглас Маккар. Класс. 8 октября 1962. Уже 6 месяцев мы принимаем эти сигналы. Источник пока неизвестен. Но наши аналитики считают, что это шифрованные приказы кротам, работающим внутри страны. Мистер Гувер уже давно предупреждал об этом. Советские шпионы проникли в высшие круги нашей армии и правительства. Это факт. ВНБ не уверены, что это операция Советов. Директор Фолк. Нас ждет очередное выступление на тему ваших чужих. Произошло нечто важное. В эллиевой шахте в Монтане был обнаружен странный предмет. Технология нам неизвестна, но, судя по ней, на нашей территории действует очень сильный противник. И где этот предмет? Рядом. Пришлите нам сюда Картера. Агент Картер. А вы кто? Ваш эскорт. Приказ директора. Мне не нужен эскорт. Но он у вас есть. Что вам рассказали? Мне приказали доставить пакет директору Фолку. Больше ничего. И вам не было любопытно, что там внутри? Нет. Славно. Но я проверю. Этот портфель могут брать только я и директор Фолк. Вам ясно? Я так не думаю. Здесь. Это он. Что так. За черт? Рано.
она затянулась? Так, у меня такое чувство, как будто я играю сейчас в мафию. Мафию вторую. Просто чувство такое. Так, мы отражаемся в зеркале, это один плюс к этой игре, это хорошо. В некоторых играх что-то бывает... Что-то сожгло ее. Ну что? Да. Голова. Только что ее сожгло. Так, смотри, понятно так. Покинуть здание. Ну, подожди, давайте мы осмотримся. Дверь хоть можно открыть? Нет, именно какое действие. Я думаю, с меня достаточно. Портфель. Что случилось? Что-то совсем непонятно, он просто взорвался у нее. Она превратилась в какого-то мутанта. Так, дверь открыть на его. Так, у него уж куколка. Так, целится правой кнопкой мыши, но это всем понятно. Так. Черт. Они мертвы. Что здесь происходит? Нас атакуют! Укрыться! Это какого хрена? Как я его там проберусь? Как тут прятаться? Блин, я сейчас по этому... На Q тыкаю, как представить. Как я вам? На F у нас драфт, это я... Блин, громко, очень громко. Нет, только не надо мне такой. Звук. Я так думаю, что будет вот так вот тише. Так, а как тут у нас прятаться? Ну и чё, я бегу. Shift, чтобы использовать. Зажмите Shift. А, вот как. Так, зажав, преодолеть укрытие. А, вот как. Тихо, 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 тихо. Прыгай, прыгай, прыгай. Молодец, быстро, быстро, быстро. Да вообще, отойдите от укрытия. Да он сам отошел, я даже. А прицел? Упс, я нечаянно. Только я прицела не вижу. Как игра без прицела, это чё вы? Так. Я понял, самолет этот врезался. Так, нажмите Shift, чтобы перепрыгнуть. А, зажав это. Что, сука, еще хоть? Чтобы... Спокойно. Чё, F5, что вы? Дергаемся. А, спасение. Ок. Чё, как? Бедняги. У них не было ни шанса. А кто на вас нападал? Их расстреляли во время еды. Они и дернуться не успели. Да только кто напал? Так, я вам говорю... О, что такое ВВВВВ? Блин. А, это менять положение. Ну ладно, давай, уходи. Блин. Так, ладно, дальше продолжаем. Мне пока что не так уж прям нравится. Ну, есть многие плюсы. Минусов пока не дать. Не нашел. Кто подбил? За черт? Кто подбил? Будет прикольно, если он будет... Даже прицел тут не нужен, будет сам стрелять. Нам туда идти, что ли? Сохранение. Так, ну с кем они воюют-то? Чё себе? Что за пришельцы? Пришельцы? Ничего себе. Мне в Saints Row 4 хватало пришельцев. О, целься, конец. Что может быть проще? О, как эпично, я ему голову расстрелил. Все? Ха-ха. Тихо-тихо. Они, походу, нас не заметили, но все же может быть. Тихо, заткнись. Не, все-таки нас заметили, падла. Несраные. Так. Ну, пока у нас все отлично идет. Сейчас я проверю, чтобы узнать, плюсы есть хоть нет. Нужно идти. Нормально. Так, двигать мы их не можем, ну ладно. Для них физики не будет. Но в некоторых играх можно двигать будет. Двигать тела их можно. Прихождение. Так, ладно, откроем дверь. Он же там спрятался. Где ты? Долго не продержится. Надо уходить. Надо уходить. Подождите со своим уходить. Ты всегда любишь уходить куда-нибудь.
Может, тут что-то интересное, вот, например, как чашка кофе разлита. Как, например, сигаретка. Ты что, не испугал? Фолк приказал мне... Фолк, он жив? Надеюсь. Идем по дороге, попробуем к нему пробиться. Томас Нилс. Так, рация. Директор Фолк, ответьте. Агент Кинни на связи. Мы с директором защищаем подземную лабораторию. Вы сможете уйти оттуда? Мы будем тут, пока вы с Нильсом не выйдете на точку эвакуации. Я скоро буду. Доберитесь до склада улучшенных материалов и спуститесь на лифт в подземный уровень. Мы будем тут до последнего. Быстрее, так. Попробуем срезать здесь. Игра у нас тоже на русском языке. Это рацию используем. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Они глушат дальнюю связь. Так что помощи не ждите. И как раз еще прикольно в этом плюс, что он может головой мы можем управлять. Ну в каждой игре так, снимок. Вход в лабораторию. Так. Ну давай открывать. Вот ты всегда открываешь дверь и сам целишься. А вдруг там попробуй кто-нибудь добудет. И сам ты же их не убьешь. И... Так. Ну к стенке такой он не подходит. Не может он к ней прижаться. Только... Вот, видите, вот, например, к этой стенке. Ну, не прижимается, он не может. Ладно, пойдем за ним. Бегом! Внутрь! Да иду, я иду. Опять ты этот... Ничего себе, у него пистолет. Да, по правде напоминает Saints Row 4. Попробуйте открыть дверь. С этим самолетом. Попробуйте открыть дверь. Нужно так, открыть эту дверь. Винтовка, я так и знал. Так и знал. Прости, солдат, мне это нужнее. Ну, я все-таки пуколку возьму, я люблю всегда. Вот так, это дверь открывает. От решений командира зависит жизнь и смерть всей группы. Безрассудная атака приведет только к гибели бойцов. Для победы над превосходящими силами противника надо проявлять наблюдательность, хитрость и расчет. Так, нам какую-то сейчас обученку показали. Они здесь. Займите позицию за теми ящиками. Занял Я проникну позицию. Через окно с флангом. Открываю огонь! Не спрячется! Лучай! Их оттуда хрен выбьешь! Я не по с первого раза убивается. Это пока хорошо. Это последний. Но я думаю, что будут еще и сильнее. Встречаемся у двери на той стороне. Я думаю, что будет еще сильнее пришельцы, как, например, бугай какой-то. Как в Saints Row 4 там бугай будет. Отлично работаете. Это раньше я отлично работал. Ерунда. Фолк не обратил бы на вас внимания, если бы вы не были лучше. Посмотрим. Вот пошли хоть. Так, тихо. Пошли нахер отсюда. Наглые. Услышали и сразу слинять. Ему уже не поможешь. Бедолага. Да вообще. Его унесли просто так. Ну нам точно не в эту дверь, она вся какая-то... Очень стрёмная. Так, тут танк есть. Чё танк просто так стоит? Нельзя просто снимать. F5. К лифту. Опять этот наглый. Укрытие и выгодные позиции позволят вашим агентам атаковать врага, не подвергаясь опасности. Вы можете назначить агентам последовательных действий. Например, отправить их на удобную позицию, чтобы уже оттуда они открыли огонь по врагу. Старайтесь, чтобы каждый выстрел попал в цель. Не забывайте использовать особенности местности. Берегись! Так. У них здесь пулеметное гнездо! Вижу! Что-то я вообще ничего не понял, подожди. Так, нажмите Space, чтобы перейти в тактический режим. Приказать Нилсу двигаться. Так. Вот, движение. Куда? Выбрать точку. Ну, вот сюда, вот, например, вот. Давайте так, за укрытие! Меняю позицию! А что это такое? Лечение. Будет сеть, критический удар, камуфляж, артобстрел.
И он там долго будет? Но в него же стреляет наоборот. Как он убьет вам, если он стреляет в него? Я не пойму. Ну и чё, он спрячется туда. Сделай цель для агента, ну. Так, он разворачивается. Так, и чё нам надо? Критический удар. Ломите ему! Вижу его! Эти готовы, вперед! О, молодец! Теперь я все понял. Покажи. Да мне плевать на него. У меня свои дела. Давай, остановись. Ты куда, куда же? Что это за мелкие ублюдки? Прикончим если... их, потом выясним. Так, а? Чё у нас такое, кому критически выделить цель? Атаку! Атакую цель! По мне стреляют! А! Так, говорю, где ты? Я выделал для него цель, он сейчас должен в него стрелять. Только почему-то он как-то стрёмно стреляет. Ломите ему! Ну давай! О, красавчик! Так и лежи! Так, F2, приказ. Держаться вместе. Понял вас, возвращаюсь. Да блин, всегда нажимаю пробел, когда прыгать надо. Что ж такое? У них винтовка опять, так. Ну, пока мне так все не нравится, пока. Ок. Погнали. Сюда, склад уже близко. Близко-то близко. Ну страшно. Нагло, блин. Вот этот вот на зомбаря сейчас похож. Так встанет. Вот, как это громко было. Это сказано, бомба? Нет. Идем. Не знаю, что это, но взрываться оно не собирается. Да. Потом разберемся. Вот грузовой лифт. Смотрите, там серый. Осторожней, Картер. Ага, значит... А ты где? Ты вообще где? Ну зачем ты идешь ко мне? Так, иди в движение вот сюда. В укрытие. Уже иду. Ага. Можешь критический удар сделать вот поэтому. Вот поэтому. Задайте ему. Навожу на цель. Получай. Молодец. Так, осколочная граната. Стандартная армейская гранатка. Ну давайте. Не буду использовать он. Они очень легкие. Зато можно пробелом узнать, где они находятся. Мил сохраняет зону, но ему плохо. Это плохо. Тихо. А тут что, еще и улучшения будут? То, что нам опыты дают какие-то. Кого ты вообще пристрелил? Я же говорю, какие-то будут роботы. Ну, я не думал такие. Вот, ну, лифт едет сюда. Блин, как я обосрался. А сколько лишних гранат? Слышите? Они снаружи. Давайте в укрытие. Куда мне идти, Картер? Куда тебе идти? Иди вот сюда. Вот сюда, да. Укрытие! Живей! Иду на точку.
Я на месте. Так, и сразу же критический удар. Станьте невидимым. Они хорошо сбились. Бегом! О нет, это что такое? Чё это херня? Вы гоните? Хорошо держаться. Они еще будут становиться какими-то. Хакае, не сложно. Это что за херня? Так, она еще и взрывает. Выдели цель. Прикончить его! Он мой! Потом, кончайте их! Эй, дрон лечит этого козла! Тупой дрон. Лови гранату. Картер, подлечите нас. О! Картер, что нам делать? А я что, могу лечить? Сейчас будет лучше. Ни хера, у меня способности есть какие-то. Мне говорят, тут будут какие-то улучшения. Идем дальше. Но это ж правда. Не зря, что лечение. Эти высокие. Жизьки маленькие, тут у нас еще. Думаю, они отдают приказы. Те другие просто солдаты. Боже, уходим отсюда. Ну же, идем. Ну, я нажимаю, давно хотел нажать. Виноват. Слушайте, директор Фолк еще жив? Старика так просто не возьмешь. К тому же с ним Кинни и Уивер. Да. Но почему вы думаете, что им можно доверять? Они были с нами с самого начала. Если кто и верен Фолку, так это те двое. Везде очень. Что за дрянь? Нихера себе, там какая-то видим какого-то слизня пробежала. На нафиг его, это робот еще. У нас не было ни шансов. Что дальше? Надо добраться до Фолка раньше них. Верно, здесь ни при чем. А дальше мы уже приехали, я так думаю. На меня напала женщина-офицер. Офицер? Она как будто чем-то заразилась. Ее глаза стали черными. Она чего? Выстрелила в меня. И а у меня красные были. Я должен был доставить. Либо у меня в том моменте глюкануло, так что не у него. Знаю, что случилось. Снаряжен Тарбадан. То, что было в портфеле, убило ее. И спасло мне шкуру. Винтовку менять, блин. Это с ближним боем мне нужно будет дробаш. Че не? Так я там вижу. Где нам искать Фолка? Он впереди, в лаборатории Иллерии. Что еще за Иллерий? Смог. Директор Фолк. Ладно, все прочитайте его вот так вот. Вот так вот вам сделано. Чтобы вы прочитали. Думаю, теперь это не важно. И правда. Пистолет. Лет 10 назад. Почти сразу поняли, что материал внеземной. Какой-то камень из космоса. Пошли уже, хватит там болтать. Единственную на Земле лабораторию Лерия. И это не совпадение. Так, пули. Поменяем сейчас на пистолет. Попробую, ничего больше нету. Дверь открывается, нет, не открывается. Тут все подсвечено, чем можно воздействовать. Этот, ну, кроме лампы. Вот, например, снимок, что это значит. Ведь я не такой уж прям умный, чтобы узнать, что это значит. А кто знает, что это такое значит, то напишите в комменты. Вы представляете, что это? Шутите? Я же не ученый. Вообще говорят, эта дрянь вроде Элвиса. Да, вот я не ученый. Пронесло. Чё пронесло? Ну, взорвалось чё-то. О, тут уже кто-то их пришил. Тут кто-то есть. Да, тут вот есть. Стой! Вольно, солдат. Агент Нильс, рад, что вы живы. Агент Картер, надо поговорить. Уильям Картер, агент второго класса ЦРУ, по вашему приказанию прибыл. Вы можете объяснить, что происходит? Вы должны были доставить некий артефакт. Он у вас? О,
он уничтожен. Уничтожен в бою. Я был бы мертв, но он каким-то образом меня вылечил. Интересно. Когда выберемся, проведем с вами ряд тестов. Простите, сэр, но я не ваш человек. И учитывая обстоятельства, я должен немедленно явиться к директору Фросту. Следует исходить из того, что директор Цейру мертв. Боюсь, Картер, по уставу вы теперь подчиняйтесь мне. Так, что мы будем делать, а где еще напали? Что это за тварь, почему они напали? Так. Что это за твари? Что мы знаем об этих тварях? Мы догадывались об их существовании, но это наш первый контакт. Поздравляю вас. Мы надеялись на ваш артефакт, а теперь материалов для изучения и без него хватает. Меня интересует одно. Как их уничтожить? Не только вас, Картер. Так, почему они напали? У нас куча догадок, но нет ответов. Может, они боятся, что мы высадимся на Луну? Сейчас не время шутить, Картер. Что будем делать? Здесь оставаться нельзя. Да, надо эвакуировать базу. А потом подумаем, как их остановить. Выбраться отсюда будет непросто. Я попробую спасти результаты исследований. Без них у нас нет ни шанса. Вы, Нильс и Кинни, отправляйтесь в командный пункт, заберите людей и доведите их до платформы. Да, сэр. Вот так, у нас еще и появился агент Картер, рад... Джон Кинни. Сперва надо выбраться. Ты че шляпу снял? Шляпа тебе шла. Один шлеп. Ладно. Всем пока, с вами был Филипп. Мы играли The Rock, Some Declassified. Игра так нормальная, мы будем проходить ее. Мне понравилось, да. Вот этот вот режим понравился. Пришельцы понравились. Поинтереснее, чем Science Row. Они тут мелкие. Прикольные, забавные. Что тут мне еще понравилось? Ну, это все у нас 80-е, да? Куколки старинные. Напоминает Мафию 2, как я уже сказал, Мафию 1. Ну, всего Мафию 2 по графике такой. Ну, точно, в машинах мы тут кататься не будем, это понятно. Тут только пришельцы напали нам кататься на машинах. Ну, всем пока, с вами был Филипп. Подписывайтесь, ставьте лайки, конечно, комментируйте. И я буду продолжать. Пока.